Мой дед, Брундуков Александр Иванович, родился в Омской области Тарского района. Воевал в составе 2-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева и освобождал такие города, как Прага, Бухарест, Будапешт и, конечно же, логово фашистского зверя Берлин. Награжден был мой дедушка орденом Отечественной войны 2-й степени, 2 медалями за отвагу, медалями за освобождение Берлина и за освобождение Праги. Умер мой дедушка 31 декабря 2005 года, когда мне было 1,5 года. Я помню, я горжусь.